Друзья, сегодня будем готовить быстрый теплый салат на основе лечо. В общем-то, рецепт лечо есть в ленте. Если вы посмотрите осенние рецепты, мы его делаем в заготовке. Можно заготавливать на зиму. Но сегодня мы будем делать его быстренько, на один раз. Лечо у нас будет состоять из трех основных ингредиентов. Это перец, лук и морковь. Пропорции можно менять на свой вкус. Мы берем примерно вот столько. Не знаю, сколько это в грамм. Морковку мы нарезаем брусочками. Перец... штучками и лук полукольцами. Да. Вот такой ядреный. Складываем наши ингредиенты в кастрюлю. Мы такой салат использовали в одном из наших меню, меню номер 5, если не ошибаемся. И в связи с этим расскажу немножечко. Поступает много вопросов от вас, как выбрать меню. У нас одна рекомендация, мы рекомендуем выбирать по сезону. То, что подходит к нынешнему сезону, то и берите. Там как раз те самые продукты, которые сейчас в изобилии в магазинах. Так что вам будет вкусно. По продуктам тоже можно выбирать. Начинаем наполнять наше лечо вкусом. Ложка томатной пасты столовая, пару ложек масла растительного обычного, ложка сахара, не пугайтесь, столовая, и соль. Примерно чайная ложка, может чуть больше. Стаканчика воды мы сюда добавляем, потому что овощи у нас все такие, особо сок не дают. Перемешиваем, и нам нужно все это закипятить. Сварить нам нужно, минут 20 будет твориться. Вот, смотрите, как это в сыром виде. Сейчас отправляемся на плиту. Вот, смотрите, прошло минут 7. Будьте готовы к тому, что чуть-чуть кастрюля замарается, но издержки производства. Она отмывается хорошо. Супер, лечо наше готово. Делать нечего. Прошло 20 минут, когда оно там само варилось. И все, все готово. Это же лечо можно делать зимней заготовкой. Рецепт был осенью полистать. Ну, мы, наверное, этой осенью тоже его повторим. Но на раз тоже классно. Очень вкусно, ребята, с любой котлетой, с любой пюрехой, да, с макаронами, просто так тоже классно. И в холодном, и в теплом виде.